Сегодня студенческий парк по улице Татищева просто не узнать. На его территории, некогда заброшенной и малолюдной, жизнь буквально кипит. Полным ходом идут работы по благоустройству и озеленению. В студенческий парк наша съемочная группа приехала вместе с ректором Астраханского инженерно-строительного института. Несмотря на августовскую жару и официальный отпуск, Дмитрий Петрович Ануфриев проводит на этом объекте весь световой день. И на это у депутата городской думы по 15-му избирательному округу есть свои веские причины. Собственно говоря, идя на выборы депутатом, я своим избирателям обещал, что основной моей деятельностью как депутата на округе будет эта забота об социальных объектах, о развитии учреждений дополнительного образования и, конечно, это озеленение, это парки. Поэтому, собственно говоря, я, выполняя те наказы избирателей и встречаясь с людьми, конечно, очень много было замечаний именно в части озеленения. Вот здесь, в этой части, я, конечно, занимаясь ежедневно парком, я пытаюсь выполнить те наказы избирателей, которые были мне даны. Идея возрождения студенческого парка по улице Татищева принадлежит астраханскому губернатору. Александр Александрович Жилкин первым предложил создать на основе традиционной парковой площадки зону отдыха с ориентацией на молодежь. Его посыл достиг цели. Студентам и преподавателям вузов округа идея понравилась. Они подхватили ее и дополнили собственным креативом. У нас не будет в парке табличек «по газонам ходить нельзя». Наоборот, мы, наверное, чтобы сломать стереотип, сделаем таблички и поставим, что по газонам ходить можно и нужно. И не только ходить, но и сидеть и лежать на них можно. Здесь будет бесплатная зона Wi-Fi, то есть можно будет выходить в интернет, пользоваться интернет. Здесь появится звук, здесь были реконструированы система освещения. Ввиду того, что в целом вот прилегающая территория, она в некоторой степени изменилась, система остановок общественного транспорта, вообще движение людей поменялось, и сеть, скажем, основных аллей, направлений движения, ну, были сформированы некоторые новые аллеи. Ну, как, например, за моей вот спиной находящаяся аллея, она, ее не было, в том проекте, в котором первоначально парк строился. Это уже предусмотрено новым проектом. Новый проект никого не оставил равнодушным. К его реализации подключилось все студенческое сообщество. Так, технический университет первым выделил финансовые средства на проведение реконструкции. Студенты профильного факультета АГУ вплотную занялись озеленением. А вот для начинающих архитекторов из АИСИ парк стал экспериментальной площадкой. Здесь уже нашли свое воплощение смелые дизайнерские решения. В эти дни для любителей тишины и релакса идет сооружение двухуровневой зоны отдыха – чилаут. По соседству завершается укладка 3-километрового трубопровода для новой системы полива. Одним словом, масштабы преобразований впечатляют. Реализовать такой сложный проект без участия органов власти, муниципальных предприятий просто невозможно. Поэтому, конечно, и то внимание, которое оказывается губернатором к реализации данного проекта, позволяет при реализации каких-то направлений более быстро решать вопросы. Подключать организации, крупные компании, которые могут оказать спонсорскую помощь к данному проекту. Мэрия очень существенную помощь оказала в решении и согласовании многих вопросов, которые, может быть, на первый взгляд не видны, но, тем не менее, они очень являются важными, как, например, подключение к сетям водоснабжения, как помощь в реконструкции системы освещения. Ее, по сути, заново создали, что систему полива, что систему освещения. Все очень такие крупные инфраструктурные вещи. Речь идет и о том, что в рамках муниципального заказа будет проведено обновление асфальтового покрытия. То есть здесь действительно, вот, когда мы всем миром, если можно так сказать, да, решаем такую очень большую задачу.
До недавних пор студенческую молодежь нередко упрекали в иждивенчестве, отсутствии инициативы. Однако в ходе реализации этого проекта ребята и девушки из АИСИ проявили редкую сознательность. В 40-градусную жару, плечом к плечу с профессиональными строителями, они выполняли самую тяжелую и неквалифицированную работу. А по вечерам и даже ночью дежурили у поливочной установки. Знаете, самое главное – это молодежи давать возможность реализовать их идеи. Вот здесь начинался этот проект именно с того, что те идеи, которые были предложены от каких-то общественных молодежных организаций, от студентов архитектурных специальностей, они здесь по максимуму были учтены. Конечно, в какой-то степени, может быть, они трансформировались ввиду возможности реализации того или иного проекта. Но, тем не менее, я хочу сказать, что постоянно проявляется вот эта инициатива, и как только ты ее начинаешь поддерживать, она дает очень большие результаты. Сегодня, благодаря усилиям сотен людей, вектор развития студенческого парка стал совершенно иным – от угасания к возрождению. Причем меняется не только настроение на дорожках и аллеях парка, но и его суть. Однако, когда же астраханцы смогут увидеть его таким, как на картинке? Конечно, деревья должны подрасти, кустарники должны распушиться и стать такими, какими мы запроектировали, такими, какими мы хотим их увидеть. Но если мы говорим о неком первом этапе, да, о некой первоначальной реконструкции этого парка, то я думаю, что в ближайшие 2 недели мы действительно сможем увидеть тот парк, который хотят видеть, ну, мне кажется, в первую очередь, конечно, студенты, ну и жители, я надеюсь, города, вот прилегающих здесь территорий, районов, конечно, по достоинству оценят те изменения, которые в парке произойдут. Поэтому, я думаю, через 2 недели можно будет уже увидеть то, каким парк задумывался, каким он стал.